Конечно, каждый год, прежде чем формировать государственный заказ, всегда изучается потребность. Эта потребность изучается на основе данных государственных органов, региональных органов, да, национальных компаний. И, естественно, обязательно учитывается реализация государственных отраслевых программ. Основной приоритет – это, конечно, подготовка кадров для индустриализации, обеспечить именно эти проекты. Соответственно, в общем объеме государственного заказа 1/3 составляет именно те специальности, которые соответствуют в основном проектам ФИР, это технические специальности, более 6000 составляют гранты по педагогическим специальностям, отдельное место занимает агропромышленный комплекс, более 2000 мест отводится именно на сельскохозяйственные специальности. И поэтому, если сравнивать по сравнению с прошлым годом, то можно заметить рост потребностей на такие специальности, как технические, на 475 мест больше, образование на 130 мест больше. И можем также отметить по другим специальностям. Но при этом заметен меньший спрос, например, на подготовку юристов. Как вы знаете, юристы тоже, они готовятся как и на конкурс, это на основе госзаказа, так и на основе платной основе, но это право выбора, конечно, каждого абитуриента.